Наука и религия сплелись в образе этого человека воедино. При жизни Валентин Феликсович был хирургом и архиепископом. Многие его пациенты живы и по сей день. За заслуги в медицине он награжден званием лауреат Сталинской премии первой степени. После этого отсидел 11 лет в лагерях. Умер великий хирург 11 июня 1961 года, а к лику святых причислен в 2000 году. Более подробно биографию святого можно узнать из книг, которые имеются в Центральной библиотеке Десногорска. Мы, как правило, ставим выставки к юбилеям известных людей. И это имя святителя Луки, с каждым годом набирает популярность среди жителей. К нему обращаются много, люди верят в этого святого. На выставке можно найти как книги о биографии святого Луки, так и о чудесном исцелении его пациентов. О заключенном хирурге рассказывает роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Сборники «Белые ангелы милосердия», которые подготовила библиотека, можно прочитать воспоминания жительницы нашего города, фельдшера Валентины Зайцевой. Ей посчастливилось работать в госпитале с профессором Воина Ясенецким в Великую Отечественную войну. Помимо книг, на выставке представлено и много журнальных публикаций. Уважаемые читатели! Мы ждем вас в библиотеке. Книги выставки «Святитель Лука» будут интересны людям разного возраста, работающим и пенсионерам, детям и взрослым. Православная книга, как духовная и светлая литература, никогда не утратит своего значения.